Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста, где вы находитесь и какой у вас ассортимент? Так, смотрите, мы находимся в торговом центре «Корпус А». Вход к нам, чтобы попасть удобно, это будет 4-й вход, либо 5-й вход. 2-й этаж. Обязательно обращайте внимание, что у нас на главном входе прям написано «Дом текстиля». Значит, у нас получается павильон 71А, линия Б. Вот, визитка у нас. Вот, пожалуйста. И дальше у нас наши будут контакты. Если вдруг у кого-то будут какие-то сложности, в принципе, можно по этим номерам набрать, мы дальше вас сориентируем. Также вот получается эскалатор, как поднимается 2-й этаж, после поднятия сразу поворачиваемся направо и увидим дом текстиля. Так, теперь, конечно, мы получили много чего после последней нашей съемки, много чего новинка из серии Викрит, который египетский хлопок, получили страйпы, сатин люкс, много чего из турецких, и, наверное, сегодня в большей части мы сделаем с вами акцент именно на комплекты, которые из 7 предметов, из 10 предметов, да, которые именно в большей части берут для приданной невесты. Наверное, мы начнем сегодня даже и с них, а далее уже будем переходить по другим каталогам. Значит, да, категория получается, они, смотрите, они все идут турецкие, у них идет все вот такие кейсы. Просто, еще такой момент хочу сказать, что часто пишут, что Джамал, вот приходим, не можем найти эту расцветку, ту расцветку. Просто хочу всем объяснить ситуацию, что, понимаете, да, нет возможности разложить. Они все габаритные. Даже видите, здесь сколько там, 10-12 штук, все, уже прохода нет. Из-за этого, если кому-то нужны какие-то определенные расцветки, желательно просто заранее оповещайте нас, все, мы это возьмем с собой со склада, ну, чтобы они не ждали. Значит, данная категория у нас идет от 10 предметов. По цветам она у нас будет бежевый цвет, белый цвет, вот есть розовый цвет и есть такая же грязно-пудровый цвет, то есть потемнее. Если, наверное, на камере она будет отражаться, мы, скорее всего, одну с вами попробуем открыть. Вот, значит, комплектация получается. Мы одну вот так вытащим, чтобы более было видно, да? Они все идут турецкие. Это турецкого качества. Значит, комплектация у нас получается идет что? У нас идет покрывало, верхняя часть, вот она. Можно, в принципе, здесь на рисунке, да, посмотреть. Покрывало идет, 4 наволочки. Есть наволочки именно, ну, 50 на 70, есть еще 70 на 70. Есть чисто хлопок, есть сверху велюровый. Получается, это у нас 4 наволочки плюс покрывало, это у нас уже идет 5. Также там идет в наборе еще простынь. Вот она. Здесь у нас комплектация получается. Опа. Вот получается, здесь у нас идет, вот это у нас идет простынь. Вот она. Простень. Набор идет простень, и сверху еще идет пододеяльник, и еще дополнительно к нему еще идет типа так плед покрывало. Вот. Ну, его и можно использовать как покрывало, как плед. Вот, это уже на любителей. Качество очень хорошее. Долго мы его ждали, потому что постоянно мне пишут, когда они у вас будут, когда они у вас будут. Вот, пожалуйста, они уже сейчас есть в наличии. Так что можно заказывать, можно бронировать. Вот, все цвета есть по наличию. Это у нас из серии 10 предметов. Понятно. Размеры. Так, размер покрывала получает. Вот она у нас полностью описана. Ну, в смысле, одинаковые, да, у всех комплектов? Они все стандартные, да. Это, ну, считается как бы Евромакс. Евромакс считается. Ну, больше вот покрывало, ориентируйтесь, что она здесь у нас размером будет 240 на 260. Но он довольно-таки хороший, большой, нормально. Да, он большой. Цвета я вам озвучил, какие цвета есть. Ну, это самые такие более популярные цвета именно на эту категорию. Самое важное по стоимости, текущая цена на сегодняшний день, цена будет 10 500. Но это 10 предметов производства Турция, да. И следующее. У нас идет
7 предметов. Это у нас тоже покрывало именно для приданной невесты. Видите, какие узоры, да? Очень красивые. Они все вот идут с цветами. Вот, разные цвета. Разные, да? Там, единственное, здесь два цвета будет. Чисто прям цвет белый и шампань, да, цвет. Ну, у них, вот видите, коробка тоже здоровая. Вот эти у них коробки, вот они. Вот она у них. Да. Вот здесь вообще узор другой будет. Вот здесь такой бежевый, красивый. Вот видите, здесь бежеватый уже цвет идет. Здесь у нас идет 7 предметов. Тоже наволочки в комплекте будет, покрывало и простень. И тоже размер вот Евромакс. Да, Евромакс. Это Евромаксы. 7 предметов, 10 предметов. Значит, 7-предметная цена на сегодня, цена будет 8 тысяч. Это цена на сегодня. Так что, дорогие наши невесты, ждем вас. 24/7, да. Так что, если мы и начали так именно из этих позиций для наших невест, значит, также мы предложим им варианты комплект постельного белья вот такие, такого плана. Скажите, пожалуйста, вначале, так скажем, как делать заказы и как происходит доставка. Хорошо. Значит, по заказам все очень просто. Заказы скидываем в формате фотографии, можно просто в WhatsApp. Просто каталог, фотографии, размеры, да, просто скриншот. Скидываем все на WhatsApp. Мы как работаем? Мы проверяем по наличию все, сортируем, создаем список, ну, составляем список, клиент проверяет, если все правильно, оплачивает нам до отправки 100%. Мы это все собираем, предоставляем фотоотчет, либо видеообзор. Это по желанию клиента. Собираем, отправляем. А по транспортной компании это в зависимости от уже самого клиента. Ну, в принципе, вы знаете, в садоводе есть все транспортные компании, не считая местных автобусов. Еще единственный момент, поскольку у нас и новенькие зрители присоединяются, которые только узнают. Вы сейчас озвучиваете розничную цену, я правильно понимаю? Да. То есть надо рассказать зрителям, что вы работаете оптом и в рознице, правильно? Да, 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 все верно. У нас и розничная цена, да, пропустили, и оптовая цена. В Телеграме у нас есть соцсети Инстаграм и Телеграм, но и Контакт. Там уже у нас тоже предоставлены именно оптовые цены. Но опять-таки, понимаете, есть цены, которые зависят от объема. Но это уже каждому клиенту индивидуально, наверное, будет, да. Понятно, что одна позиция уже одна цена будет, 10 одна позиция, а целая коробка другая цена. Вот. Но мы всегда стараемся озвучить нашим дорогим клиентам минимальные суммы, чтобы и они, им было комфортно и удобно, и нам тоже самое. Вот. Не за что. Так, дальше, значит, по именно комплектам мы говорили по нашим, значит, для наших дорогих невест, да. Вот видите, смотрите, какая красота. Ну, вот так я его открою. Все-таки это прям прелесть. Нежная, красивая. Да, очень красивая. Много вариантов сейчас завезли именно на турецких комплектов. Коробка тоже, вот они. С комплектацией только сразу скажу, что у них в основном идут евро. Цветовая гамма на них тоже будет белый, бежевый и розовый. Из данной коллекции у нас несколько вариантов. Я сейчас покажу данная позиция. Кстати, сразу сумму озвучу. Розничная цена будет 3800 на них. Вот другая версия. У них у всех под качество ткани идет рамфорс хлопок. Прям тапки прям сразу начинают показывать себя, чтобы тапок тоже показали. Я, кстати, и тапок потом. Вот такие тапочки купила себе, прекрасные. Да, хорошие. Хорошо, вот. Смотрите, грязно-розовый, как красиво смотрится. Вот оно. Значит, комплектация размер евро. Здесь набор у нас получается наволочки 50/70, простень и, значит, поддетельник. Из другой серии, вот именно из этой серии я вам следующий покажу. Вот варианты. Давайте белый покажем. Вот белый. Вот. Все очень нежные, да, такие. Вот просили нас постоянно, а почему, когда будут для наших невест. Вот, пожалуйста, сейчас много вариантов именно для наших невест. Вот вариантов много. Да, да, да. Видите, и у всех разный узор. Если здесь другая, здесь, видите, у нас другой узор будет. На любителя. Да, на любителя. Кому что нравится, можно выбрать. Подберем всем, всем подберем. Всем подберем. Очень красивые модели и расцветки, так что... Дорогие друзья, могу сказать, спешите, спешите. Мало ли, в другой, любой момент эти могут закончиться. И дальше у нас, да. И
неизвестно, что сейчас. Сейчас дороги, да, с дорогами чуть-чуть проблема. Так, здесь у нас будет комплектация. Это у нас покрывало с наволочками. Кстати, вот такие тоже раньше у нас просили. Вот, пожалуйста, они у нас сейчас опять есть на наличии. Смотрите, какая красота. Это прям прелесть. Это у нас идет наволочка. Наволочка плюс покрывало. Вот набор у нас так и будет. То есть две наволочки. Да, две наволочки. И вот покрывало. Здесь оно у нас... Ну, и мы его полностью открывать не будем, наверное. Ну, она... Получается, верхняя, вот, верхняя часть у нас будет вот с таким же купюром. Угу. Красиво. А нижняя уже у нас идет бархатная. Ну, мы постараемся его... Если просто мы его откроем, ну, мы его не разложим. Нет. Потом сложно будет. Ну, хотя бы вот так сделаю. Вот, чтобы у людей понимание было. Вот, видите, наполовину. Но он красивый, он очень красивый. Цветовая гамма здесь вот такой розовый идет, грязно-розовый. И еще, да, и еще вот белый, вот у нас белый. И тоже вот белый. Евроразмер. Евроразмер, да. То есть три предмета. Получается цена? Цена данной позиции 5000. Очень красивый. Это тоже идет. Да. Это у нас идет, это уже люксовое качество будет считаться, вот, это все турецкие, очень красивые. Так, данных позиций сейчас, может быть, кто-то будет спрашивать, что, а почему мы их не видели. Мы уже второй день получаем, если честно, вот эти позиции, которые вы сейчас видите, я даже не успел еще их выложить, я постараюсь сегодня, завтра все выложить, фотографии, описание, размеры, качество ткани и так далее, прочее. Теперь по серии новинкам мы получили из последних, это буквально пару дней назад, из египетского хлопка. Кстати, мы в тот раз снимали, и так получилось, что пропустили именно египетский хлопок, сатин люкс, и часто тоже наши подписчики пишут, что а почему вы рассказываете, а вот именно с идеалом у вас нет ничего из египетского хлопка. Нет, они есть, просто мы не озвучивали их. Вот сейчас на данный момент по расцветкам у нас где-то, сейчас я вам скажу, где-то 10 либо 12 есть по наличии именно комплектации размера евро египетских хлопок. Вот. Много вариантов, вот особенно лимон, он очень привлекательный, красивый. Вот это все идет египетский хлопок. Самое популярное именно в соцсетях, которые говорят, некоторые озвучат как птичка, а некоторые озвучат аватар. Ну, да, она очень красивая. Вот. Кстати, из этой серии будет размер комплектации и евро, и семейные. Значит, комплектация идет с готовым одеялом. В наборе у нас будет две наволочки 50x70, простынь 230x250 и одеяло облегченное будет размером 200x230. Это сейчас, может быть, кто-то сейчас будет спрашивать, а что, ну, как это, египетский хлопок, что это обозначает? Здесь она у нас идет, ну, чтобы понимание было, она у нас идет шелковистая. То есть это, опять-таки, для любителей, тех, кто... есть люди, которым хочется спать именно в постели, такой гладкий, не прям шелк-шелк скользячий, да? Но ближе к нему, к шелку, но при этом плюс что-то в данной... Среднее, да, что-то среднее. Да. Преимущество в данной позиции, что она летом, получается, в них спать прохладно, а зимой тепло. Да. Разные расцветки, разные расцветки. Там есть еще варианты, я вам сейчас покажу. Поближе. Вот на них это новые расцветки. Вот она как идет. То есть у них есть сумка. В сумке идет вот еще дополнительно, видите, чехол к ним. Это все идет египетский хлопок. Розничная цена данной позиции 6500. Это розничная цена. Вот видите, одеяло. Вот это у нас наволочки и простень к нему. Видите, как красивый. Эти новые расцветки на данную позицию. Ну, в Телеграме у нас все предоставлено, да, по возможности даже на некоторых позициях сделал видеообзор, чтобы более понимания было у людей. Также сделал не фотографии вот эти студии, да, а оригинальные фотографии, чтобы у людей было больше понимания, потому что часто пишут, что если есть возможность, сделайте свою фотографию, потому что,
Ну, понятно, что здесь будет одна фотография. Если его снять, она будет отражаться и все равно будет там. Из-за этого мы сейчас стараемся максимум по возможности делать. Была бы моя воля, я каждый день бы делал, но просто не всегда получается. Не всегда получается. Также есть распродажа, именно мы говорили по нашим дорогим невестам, да. Есть данная позиция из серии Tencel. Я сейчас одну покажу. Это из серии идет Blue Marine. У нас комплектация идет, комплект постельного белья тоже с готовым облегченным одеялом. Комплектация идет две наволочки, одеяло и простынь. Она у нас идет, вот, пожалуйста, это у нас идет Tencel. Вот я сейчас наволочки покажу. Вот она. Смотрите, такая красота. Размеры наволочки 50 на 70. Ими это из той же серии, где летом прохладненько, зимой тепло. Данная позиция сейчас по распродаже у нас цена будет 4000. То есть старая цена на них была 5500, сейчас 4000. Вот. Это не оптовый, не розничный. То есть все, акция на нем действует. 4, по-моему, 4 либо 5 цветов. Надо посмотреть, 5 цветов уже не помню. Цена 4000. Количество ограничено, кстати, вот сразу скажу, вот там вот здесь вот раз, два, три, четвертый, еще какой-то цвет был. Я обязательно, да, предоставлю именно в канале, там цвета будет. Ну, очень красивые. Вот эти, они идут Tencel по 4000. Это такой вот красивый цвет. Да, согласен. Особенно его, когда вот стелишь на кровать, она прям очень красиво смотрится. Есть позиции, которых вот так смотришь, не видно. А когда его начинаешь именно на кровать, к сожалению, нет места. Вот было бы место, я просто поставил бы один кровать, и каждый бы начал открывать и стелить, чтобы люди смотрели, что да, есть определенные позиции. Вот один из них, допустим. Вот он, если честно, я сам даже не замечал. И вот недавно, если кто хочет, я могу скинуть видео. Недавно мы постелили именно на кровать, но это просто прелесть. Это такая красота получилась. Это серия La Perla и Messenger тоже есть в данной комплектации. Значит, по новинкам. По новинкам, чтобы люди, а то наши дорогие люди тоже ждут наших новых поступлений, да. Мы получили страйпы из серии Messenger. Это у нас идет производство Турция. Значит, мы одну, скорее всего, откроем, чтобы у людей понимание было. Так, позиция, комплектация размера идет евро. Это сатин страйп гостиничный. Это для любителей, которые, ну вот, минимализм, ну, больше, такой, да, большей части вот просто говорят, есть у вас страйп гостиничный? Есть, пожалуйста. Значит, комплектация размера евро у нас получается идет в наборе две наволочки размер 50 на 70, простынь 230 на 250 и пододеяльник 200 на 220. Просто необычные или с резинкой? К сожалению, резинки закончились. Были данные позиции, да. Бывают, да, да. Да, да. Вообще, если честно, мы чуть-чуть с опозданием, сами даже не ожидали, что будет прям такой ажиотаж. На данной позиции был без резинки, с резинкой и еще с одеялом. То есть такая же с одеялом, да. Просто прям на днях закончился, но вы не расстраивайтесь, скоро будет. Вот по нашим расчетам где-то недель через три будет наличие. По цветовой гамме теперь просмотрим. Есть серая расцветка. А, кстати, на данной позиции было светло-серое, темное, ну вот этот графитовый цвет, да, бежевый цвет, бирюзовый, кстати, черный, это прям вообще нечто. Он прямо очень, я не знаю, так будет отражаться, но я вам так скажу, что он красивый, у меня недавно клиент, да, купил и вот постелил, с фото скинул, я увидел, я говорю, ну черный, это прям такая красота, оказывается, на нем. Черный, кстати, тоже мало осталось, вот. Белый, ну, белый цвет, вот. И такой, вот он, такой пудровый цвет, да. Это идет Messenger. Турция, пожалуйста. Розничная цена на сегодняшний день 2900 рублей. И недорого. Да. И недорого. Доступная цена. Очень доступная. Также из данной коллекции серии мы получили
наволочки с простынью. Здесь нас тоже постоянно спрашивают, есть у вас наволочки отдельно, есть простынь отдельная. Мы не стали по отдельности, а сделали в общем. Простынь с наволочкой. Пожалуйста, хотите, вот вам наборчик. Вот. Серия Messenger. В наборе получается у нас простынь будет размер... Мини-набор. Да, 180 на 200, чтобы люди сейчас не путались. О, 180 немало, там 200 надо. Нет, 180 это вот прямо ширина. Это стандарт, и они идут на резинке. И 28 сантиметров она идет на резинке. То есть вот этот борт в среднем 20, а здесь 28. То есть с запасом. И наволочки 50 на 70. Вот. Понятно, то есть 180 на 200 это чистый размер. Да, да. Площадь, ширина кровати, да, да, да. И плюс еще вот именно резинка, борт, который будет закрываться. Цвета разные. Тоже бежевый, серый. Вон там черный есть, белый есть, бирюзовый есть. И позиции два размера есть. Есть размер евро, вот который мы озвучим. Есть размер полуторки еще. Для любителей там получается ширина 90, 90 на 200 будет. Значит, по стоимости розничная цена на размер, значит, полуторки, цена будет 1000 рублей розничная, а евро будет 1400. Это розничная цена. Так что обращайтесь. Это, видите, много чего новинок получили, много. Теперь по сидушкам. Сидушки, все-таки я вариант покажу. Есть вариант. Значит, вот так видно, да? Вот так покажу. У них вообще сидушек, они все практически одинакового размера. У них все стандартные идут. Это 45 на 45, это я считаю именно без, до окончания, без уже рюшами, да? Есть с низкой рюшей, есть с длинной рюшкой. По качеству ткани они практически все одинаковые. На лицевую сторону они все идут нежно-велюровой. Обратная сторона у них идет у всех хлопок и маленькие точечки. Ну, кто-то называет их... Как прорезиненные. Да, кто-то так говорит, а более части людей мне постоянно пишут «тормозная основа». Ну, так и получается, да, тормозная основа. Вот, стоимость данной позиции розничная 350 рублей. Это на низко, а с высокой она у нас будет 400 рублей. Вот, видите, и это серия Роберто Кавалли уже будет. Вот. Это серия Blue Marine. Ну, вот так красиво. Цветовая гамма разная будет. Что-то в светлых тонах будет. В темных тонах будет. Вот она. Это у нас коричневый цвет. И вот у нас идет серый. Темно-серый. Красивый. Красиво. Кто-то хочет без ничего, без рюш. Вот, пожалуйста. Бежевый цвет. Вот. Без ничего. Они мягкие, кстати. Очень мягкие. Они мягкие, да. Они на чем-то... Тоже резиновые, тоже, да. Значит, то есть без, они не будут скальзывать, не будут. Есть такой бежевый, есть такой темно-коричневый цвет еще. Выборов с сидушками много. Так, кстати, у нас сейчас идет еще акция по наборам именно позиции полотенец из 6 штук. Я в тот раз вам забыл сказать. Вот здесь, наверное, вариантов будет больше. А, то же самое. Но цветовая гамма я озвучу. Она по цвету у нас будет бордовый, фиолетовый, темно-синий, бежевый. Стоимость данной позиции розничная будет 1100 рублей розничная. Оптовая 900 рублей. В наборе будет 6 штук. Значит, 2 штуки это будет на баня. Размер 70 на 140. Лицо 70 на 90, и руки у нас будет 30 на 50. Качество хорошее, кстати. Сейчас, может быть, кто-то, если знаком с данной позицией, я вас уверяю и гарантирую, что они пользовались из этой серии, и вот это, у них отличие есть. Потому что раньше она была чуть потоньше, плотность реально была низкая. Вот именно из этой серии я гарантирую, что плотность уже намного стала лучше, чем предыдущая. Если опять-таки купить у нас, а то, что у других, я не знаю. Фотографии, это все предоставлено. Дальше у нас идет, кстати, по распродаже данной позиции. У нас идет серия Kenzo. Kenzo, если для кого-то знакомо, ну, люди, которые уже работали с Kenzo, они понимают, что на качество Kenzo они очень хорошие. Вязаные пледы, остаток, к сожалению, вот именно сколько там, где-то в совокупности 10 штук осталось. Вот открытые, мы, кстати, посмотрим, ну, чтобы размеры здесь большие, идут 230 на 250.
смотрите, по качеству просто потрогайте и скажите вашу оценку. Да, и скажите вашу оценку. Класс. Это хороший и большой. Поэтому, ну, да. И это большой размер. Вообще, это большой размер. А, да. Цвета красивые, да. Стоимость, значит, у нас по распродаже сейчас цена будет 2300 рублей. Кстати, к сожалению, вот в совокупности где-то 10 штук осталось. Если самому вязать, дороже в два раза выйдет. Конечно. Кстати, вот то, что мы говорим, что именно вязаный плед, сейчас, может быть, там кто-то сидит и говорит, а нет ли у вас комплекта с готовым вместо покрывала вязаный плед? Есть! Есть! Я вам сейчас покажу. Вот вам наборчик. Вот, пожалуйста. Она у нас на фотографии. Сейчас покажем, потом поближе. То есть, вот вам, пожалуйста, готовый набор. Комплектация размера евро. И, то есть, пододеяльник, наволочки, вот это полностью, так скажем, набор. И к нему сверху вот вам вязаный плед. В том. Да. Сейчас я вам покажу, теперь поближе. Такой. Вот. То есть, здесь у нас идет полностью набор. Наволочки, простынь. Пододеяльник, полностью набор по составу. Это у нас идет рамфор, 100% хлопок. И вот вам. Размер? Размер евро. Здесь простынь 240 на 260 будет, а пододеяльник 220 на 240. Это большой довольно-таки. И вот вам вязаный плед. По качеству практически то же самое. Цветовая гамма там разная есть. Опять-таки на витрине нет места, чтобы это все поместить, сами понимаете. Уточнять. Да, да, уточните, какие цвета. Вон, допустим, там сверху, если да, видно. Я вижу, да, вот светло, белый, светло-белый, да. Очень красивый. Так, теперь. По новинкам мы сказали, но опять-таки для наших зрителей, чтобы они знали, что позиции с идеалом у нас вариантов очень много, начиная именно из серии бамбуковых, да, бамбук, хлопок, египетский хлопок, сатин люкс, тенсел, вариантов много именно из этих серий. Есть очень хлопок, хлопок хороших, лаперла, мейсон диор и новые расцветки, кстати, Love Happiness. Если для кого-то знакома эта серия Love Happiness именно на новых рисунков. Эти рисунки буквально недавно вышли. Текущая цена на них сейчас идет 2300 рублей на комплектацию размер евро. Сразу озвучу, что евро это сейчас есть. На днях мы получим размер полуторки данной серии и размер семейных. Вот это тоже новая расцветка Love Happiness. Здесь по составу уже будет бамбук. Вот еще серия. Кто не знает, если часто, ну не то, что популярно в интернет-соцсетях, вот эта корона, кто-то уже знает, да, это получается Love Happiness, той же самой категории идет. Просто здесь, здесь новые расцветки именно из этой серии. Теперь, по полотенцам наборы, кстати, есть цветочками, это опять-таки для приданной невесты, наших невест, вон, пожалуйста. Комплектация получается у нас идет две штуки, размеры 50 на 90, это у нас лицо. И, значит, баня размер 70 на 140. Цветовая гамма у нас разные идут. Стоимость данной позиции на сегодняшний день розничная будет 2100 рублей. Смотрите, какая красота. Какая пыльная роза какая-то. Да? Это красивая, да. Очень. И это все идет производство Турции. Вот видите, разные варианты. Не только цвета, но и декор разные. Да, да, разные декоры. Кейсы, есть кейсы сейчас, кстати, на них сейчас цены упали, раньше у них цена 6500 была, сейчас в связи с тем, что курс упал, на них цены тоже упали, сейчас у них, кто и знает, два варианта было, есть Венди, есть Аден, отличие у них, что вот это у нас будет Аден, отличие именно идет по рюшам, сейчас покажу, какая рюша, видите. Это даже приятно дарить. Для подарка очень идеально, кстати, в кейсе. Видите, здесь получается она высокая и больше рюша. По комплектации здесь у нас будет две наволочки 50 на 70 и покрывало размер 240 на 260.
Здесь, видите, даже вот так, если открыть, видно будет. Здесь она побольше. И объемности еще, да. Здесь меньше. Комплектация получается на размер сейчас один. Цена будет розничная. Цена будет у нас 5200 розничная. На Венди цена будет 4700. Это розничная цена. Ну, то есть чувствуете, да, 6500 и насколько сейчас цена упала. Это тоже идет производство Турции. Это все турецкие варианты. Вообще на покрывало у нас вариантов очень много. Теперь по подушкам. Подушки микрогель. Миша. Да. Вот это, да? Бабушка, есть еще подушки? Еще вытащи. Да. Подушки микрогель. Это самые популярные сейчас на сегодняшний день в интернете. Просто большинство, я, знаете, именно хочу сказать, что где-то они видят рекламу и говорят, что нет, я принципиально хочу такую же подушку, микрогель. Я хочу сейчас сделать демонстрацию и показать, что у них по составу практически все одинаковые, чтобы люди знали. То есть чехол у них везде идет 100% хлопок, наполнитель, микрогель и шелк. Они все практически одинаковые. Вариантов много. Просто дизайны разные. Вот это я хочу донести до людей, что они все одинаковые. Дизайны разные. Так как мы сегодня больше акцент делаем для наших невест, и значит, я подушки тоже подобрал именно для наших невест. Видите, опять-таки, красивые, с люшами, серия La Perla. Наполнитель у них одинаковый. По качеству я и в предыдущих видео говорил, и здесь тоже повторюсь, что за качество здесь подушек я гарантирую. Качество реально у них очень хорошее, они мягкие. Я, если честно, даже сам лично пользуюсь. Не бабочками, конечно, у меня есть другие. Потому что есть версия без надписи, без ничего, без рюшей. Просто тромбик, без надписи, без ничего. А здесь просто для наших любителей, для наших невест, что... Вот, для девочек. Для девочек, да. Для наших девочек, да. И плюс в данной позиции, во-первых, не ломается. Сколько бы вот так не держать, не спать. До утра, если держать, по-любому, когда вы утром откроете... Он останется, он наберет свою форму. И второе преимущество, что вы его можете смело стирать. После стирки, да, она форму не теряет. Потому что есть подушки, которые 500-600 рублей стоят. Ну, чтобы люди понимали, что эти 500-600 рублей надолго не хватит. Стирать нельзя. И она через неделю, две, три, все, она потеряет форму, будет превращаться как камень, все. А лучше платить 3 раза дороже, но использовать как минимум 1-2. Я где-то уже, ну, больше полгода, можно сказать. Но мне нравится. Можете смело стирать. Она быстро высыхает, ни форму не теряет. Значит, в Телеграме, ВКонтакте у нас предоставлены там все варианты. На них где-то 6 либо 7 моделей идет. По размеру комплектации все идут 50 на 70. Розничная цена будет одной позиции 1500 рублей. Розничная. Если брать парами, пара будет скидка уже 2800. Единственное, я сразу скажу, что если кому-то интересно размер 70 на 70, только есть на бабочке, все. Вот там бабочка. На бабочке только идет 70 на 70, остальные все на 50 на 70. Этой серии у нас идет по, значит, вот подушки микрогель. Всем советую. Так, дальше по именно дивандейкам. Есть сейчас декоративные дивандейки. Раньше мы с вами, по-моему, проходили дивандейки именно обычные велюровые, где лицевая сторона. Ну, вот тоже был велюр без ничего и обратно про резиновую основу. Да, недорогие дивандейки, там по 2500, 2800. Есть дивандейки именно жаккардовые сейчас по качеству. Я сейчас вам сделаю одну небольшую демонстрацию поближе, чтобы наши дорогие подписчики видели поближе данной позиции. У них у всех практически один набор, размеры у всех практически одинаковые. Мне часто задают, спрашивают, что дивандейка мне нужно там в длину 250, 260, там 3 метра. Сразу скажу, что, ну, я не видел, я думаю, что они не бывают. У них у всех стандарт, размер по длине бывает 210, все. То есть комплектации 3 штуки, одна длинная будет 210, и 2 еще дополнительные по 160. Здесь уже...
на фантазии человека, как будет использовать. То есть данная позиция предоставлена как? На кровать, ой, на диван одну в длину, да, и на два кресла, да. Здесь уже кто как хочет. Бывает, что угловой диван, постелили на угловой диван, одну взяли там на кровать или взяли там, не знаю, дорожку сделали. Это у кого уже какая фантазия. Я к тому, что везде идет три штуки, все. И по ширине они тоже все стандартные, почти 90 идет, все. Ну, других не бывает. Другие, наверное, может быть, под заказ. Вот она у нас, обратная сторона. Здесь уже, кстати, я просто отличие покажу. Вот эти дивандеки, то, что мы видели, да, у них у всех будет мелкие основания, да, прорезиновые. А здесь, смотрите, она чуть крупнее. То есть, чем крупнее, тем она и больше держаться будет, да. У них у всех идет обратная сторона хороших хлопок. Здесь уже идет именно жаккардовый вариант. Это уже, видите, на любителя. Жалко, что у меня дивана нет. А то мы сейчас постелили, посмотрели, как она будет красиво смотреться. Если кто-то хочет, есть без ничего. Вот видите, без рюши, без ничего, пожалуйста. Кто-то хочет с рюшей, пожалуйста. Кто-то хочет с низкой рюшей. То же самое есть. И есть вот эта позиция велюровая. Вот сейчас я поближе. Опа. Вот это считается тоже одна из хороших, качественных дивандеек. Сколько бы я, если честно, его бы не отправлял нашим клиентам, поверьте, все довольны. Но не было ни одного плохого отзыва именно на эту дивандейку. Она реально хорошая. У них подшив сильно отличается от других. Сейчас кто-то может сказать, что нет, они все... Нет, здесь реально лицевая сторона, вот этот велюр. Ну, велюр, понимаете, да, есть и дешевый, есть средний, есть дорогой. Но здесь качество самой работы вообще другая. Вы обратите внимание на эти подшивы. В наборе тоже идет три позиции. На него сейчас мы тоже делаем скидку. У него цена раньше была 5000. 5000 она у нас была розничная. Оптовые мы давали по 4500, потому что реально здесь качество сильно отличается. Сейчас мы сделаем оптовую цену 4000. Оптовую цену 4000, розничная будет 4400. Данной позиции цвета у нас будет вот именно розовый, грязно-розовый, коричневый, шампань и бежевый цвет, светло-бежевый. Цвета у нас все предоставлены в телеграм-канале. Очень красивый. Вот. Это по поводу размеров, это вы вот то, что говорили, относится вообще в принципе всех, к дивандейкам. Да, я все дивандейки. Вот да. К конкретной да. Линейке. Вообще. Они все одинаковые. 90 ширина, значит, длина 2 штуки 160, и одна самая длинная, это у нас 210. Все, других не бывает, либо я не видел. Хорошо, я просто да. Уточнила. Да, что да, 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 правильно. Правильно, модель. Правильно. Просто, бывают такие моменты, говорит, что вот, допустим, если мы возьмем... Это у нас длина дивана, человек получается 3 метра, это угловой диван. Ничего страшного, длинную можно постелить, а маленькую добавок сниму, это тоже будет красиво смотреться, ничего страшного. Можно... Разные варианты можно. Вариантов много, да, можно использовать. Вкратце не рассказали по полотенцам, кстати. Полотенце просто на витрине так получилось, что их мало. Сегодня после обеда будет завоз. Есть варианты, которые для наших невест, да, мы сегодня больше акцент делаем для наших невест. Есть с цветами. Это у нас идет рука, есть для рук, есть для лица, есть для бани. Значит, минимальная цена розничная на рук будет 1000 рублей, на лицо, значит, цена будет 2200 и на баню 3300. Это розничная цена, которую на я озвучивал. Упаковку или на штуку? Это упаковка, вот, это упаковка. Да, упаковки да, да, 6 штук получается. Вот, вот эта упаковка, допустим, розничная цена, пожалуйста, это у нас будет цена 3300. 6 штук. 6 штук, размер 70 на 140. Смотрите, вот какая красота. Вот. Цвета прям вообще чудесные. Прелесть, да, прелесть. Это еще плохо то, что склеенка, она отражение да, идет. Немножко. А, кстати... Недавно мне... Видно. Да, видно, видно. Наверное, одну откроем, потому что недавно пожаловались на меня, позвонили, сказали, что почему вы все показываете через пакет, мы ничего не видим. Хотя бы, говорит, достаньте одну позицию и показывайте, как это все
выглядит вживую. Вот, если этот человек смотрит на меня, вот ради вас я делаю. Ставьте, вот, пожалуйста. Лайк и комментарий, вот, пишите. Вживую. Ну, согласитесь, что, ну, качество работы хорошее. Но это уже все турецкие идут. Красивый подшив. Вот. Большей части клиенты обращают внимание, говорят, показывайте именно работы, да, по углам, строчка, подшов, да. Вот смотрите, ну видно, что все ровно, все красиво. Фирма вот Караджа. Караджа — это Home Textile, это идет турецкий. Вот это у нас идет фирма Караджа по нашим полотенцам. Так. Ну, мы с вами сегодня прошлись именно по основным моментам новые поступления, которые мы получили. А все остальные ассортименты, которые до мы рассказывали, они практически все есть в наличии. Сейчас по ожидаемости ждем с идеалом, значит, из серии бамбука размер полуторка семейный, из серии хлопка полуторка семейный, покрывало ждем. И еще последний вариант я вам не озвучивал, значит, по нашей распродаже из серии стеганых покрывал, да, который у нас сейчас идет по распродаже. Стеганое покрывало, хлопок по составу идет стопроцентный. Стопроцентный хлопок здесь по составу. Данная комплектация позиции есть на определенных моделях. Размер полуторки, есть размер евро. Разные цвета. Есть что-то из брендовых, есть не из брендовых. А так производитель идет, у нас идет санфайровский. Вот. В общей сложности где-то на них цветовая гамма где-то 20 идет. По стоимости на них сейчас мы тоже делаем прям тотальную распродажу. На размер полуторки цена розничная будет 1000 рублей. 900 рублей, извиняюсь, 900 рублей полуторка. На полуторке это размер 150 на 200. Размер 200 на 230, размер евро, цена у нас будет 1100 рублей. Если кому-то интересно в больших объемах, в мешках, сразу вам озвучу, что в мешке идет 40 штук. Полуторка, цена будет 700 рублей, если мешок брать. На размер евро цена будет у нас 900 рублей. Это если брать мешок. Ну, если кому-то интересно, там 10-20 штук, ну, в принципе, здесь тоже сделаем минимальные цены, чтобы клиент как бы был удовлетворен. Но при этом сразу озвучу, что качество хорошее. Качество реально хорошее. Ну, всем советую. Покрывало. И кто-то использует как покрывало. Кто-то даже можно даже сверху использовать под одеяльник и использовать его как одеяло. Ну, как летний вариант, облегченный. Так что советую. Разные модели. Кому интересно, скажут. Кстати, на них недавно я сделал фотосессию именно живых фотографий, которые мы всем прям постелили на кровать. Там очень красиво смотрится, всем советую. И еще самый важный момент, который мы вот вначале говорили, как нас найти. Дорогие друзья, если не можете найти три контакта, которых я показывал, вы просто позвоните по этим номерам. И также они будут в описании. Да, просто наберите, скажите, что мы не можем вас найти. Все, мы не можем вас найти. Пожалуйста, мы сами, если понадобится, мы вас встретим, покажем. Вот. А так нас очень просто найти. Самое главное, не забывайте, вот верхняя часть входа у нас написано «Дом текстиля». Я почему это уже второй раз озвучиваю? Потому что бывают такие моменты, что люди мне звонят и говорят, что «Джамал, мы у вас били, мы купили вот это, у вас, вы озвучите такую цену, мы у вас покупаем дорого, другую сумму, ваши продавцы вас обманывают». Сразу скажу, что у нас продавцов нет. Здесь у меня в основном работают мои братья, мои сестры. Тут у нас лишних людей нет. Сразу скажу, я Джамал, здесь будет Рашид, Нигора, Махмуд и Нурзаде. Все, то есть лишних людей у нас нет, чтобы люди знали. Потому что они пишут, что вот мы покупали, ваш дядя. У меня нет дяди здесь, никакого дяди нет. Просто они, эти люди покупают у меня, продают дороже. Потом эти люди обращаются ко мне, что вот ваши продавцы вас обманывают, мы покупали у вас дядя. Я потом узнаю, что они попали на другую точку. Вот. Так что большая просьба. Не смогли найти, просто ориентир. Дом текстиля, черный фон. И телефоны. И телефоны, да. Звоните, мы всегда доступны. Заявки, в принципе, принимаются 24 часа. Рабочее время у нас сейчас в среднем летний период с 8 до 6 часов без выходных. Так что ждем вас. Кому удобно, подходите. Кто не сможет, мы готовы сделать видеообзор. Можем онлайн оформить.
как бы никаких проблем. Любые ваши капризы. Спасибо вам огромное. Ждем ваши новые коллекции. Спасибо. Всего доброго. До встречи.